На Филиппины обрушился мощный тайфун Усаги. В плену стихии оказался густонаселенный остров Лусон на севере страны. Порывы ветра там достигают 185 км в час. Власти объявили эвакуацию населения из наиболее пострадавших районах. Сейчас в пунктах временного размещения 80 тысяч жителей. Многие туда попали еще 4 дня назад, когда страна оказалась во власти другого тайфуна – Тараджи. Он покинул остров только в среду. И вновь на Филиппинах отменены авиарейсы и перекрыты дороги. Владельцев плавательных судов попросили оставаться в портах. Проливные дожди могут вызвать в море 3-метровые волны. Непогода уже привела к новым наводнениям. Некоторые реки вышли из берегов. О погибших и пострадавших информации пока нет. Для Филиппин Усаги уже 5-й тайфун за последние 3 недели.